Как вам Новый Мурал? Всем привет, меня зовут Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче». Поехали. Почти как в пункте назначения, только под Бобруйском. Житель Гомельщины управлял лесовозом, и в этот момент с машины слетела лапа. Эта штуковина шириной 2,5 метра и весом под сотню кило. Водитель остановился и пошел ее искать, но из-за темного времени суток сделать это сразу не получилось. В лапу влетело 3 автомобиля, к счастью, никто не пострадал. А вот водителя лесовоза привлекли к ответственности, поскольку должен был убедиться в надежности крепления, а во время самого инцидента включить аварийку и выставить соответствующий знак. Ну а в Гомеле появился новый мурал. Он расположен по проспекту Ленина 3 и у меня за спиной. Его открытие приурочили ко Дню народного единства, который отмечается сегодня, 17 сентября. На создание объекта ушло 80 литров краски, а перед художниками поставили задачу уложиться в 10 дней. Надпись гласит «Мы одно целое». Минчанин убил котика, который мирно спал на капоте его автомобиля. Сам водитель говорит, что только взял пушистого за шкирку, тот начал царапаться, он его и отшвырнул. Но очевидцы говорят, что он его швырнул с размахом на асфальт. Бедняга смог только подняться на передние лапы и в судорогах недалеко отползти, после чего скончался. Как пишут «Сильные новости», мужчину приговорили к 3 месяцам ареста.